Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Oh, that's a tough one. Wow. Права человека. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think any, just as a normal, you know, human, any. The rights that humans have. That's a very large debate. Menneskerettigheter betyr mange ting. Du kan spørre 20 personer, og de vil gi 20 forskjellige meninger. Jeg vet ikke, det er en komplisert spørsmål. Vi tar dem for granted at de er der, men vi tar dem ikke for hva de er. Права человека – это права, которыми вы обладаете просто потому, что вы человек. Это ваши права как личности, то, чего вы ожидаете и заслуживаете. Например, право на свободную жизнь, на собственное мнение и на равноправие. Есть много разных видов прав. Большинство принадлежат лишь определенным группам. Но права человека – это единственные права, которые принадлежат абсолютно всем и везде. Детям и старикам, бедным, баскетболистам и мусорщикам, раперам и учителям, африканцам, индейцам, албанцам, христианам, мусульманам, каббалистам, атеистам, вашей маме, вашему отцу, вашему соседу и вам. Все имеют одинаковые права человека. Другими словами, они всеобщие. Но все еще остается вопрос, что это такое? Name human, the human rights? What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? Согласно Организации Объединенных Наций, есть 30 прав человека. Их обычно объединяют, говоря просто «права человека». Они перечислены во Всеобщей декларации прав человека, самом широко признанном в мире документе о человеческих правах. Но к нему пришли далеко не сразу. Сначала прав человека не было. Если вы были на правильной стороне, вы были в безопасности. А если нет, то нет. Но затем один чудак по имени Кир Великий решил все это изменить. Завоевав Вавилон, он сделал нечто революционное. Он объявил, что все рабы свободны. Он также сказал, что люди могли свободно выбирать свою религию, и неважно, на чьей они были стороне. Его слова записали на глиняном цилиндре, который называют цилиндром Кира. И вот так-то и родились права человека. Идея быстро распространилась в Грецию, Индию и, наконец, в Рим. Там заметили, что люди, даже если им не приказывали, сами следовали определенным законам. Это назвали естественным законом. Но власть имущие все равно попирали его. И только 1000 лет спустя в Англии короля, наконец, заставили согласиться, что никто, даже король, не может отменить права народа. Права людей были, наконец, признаны и перестали зависеть от власть придержащих. Ну, отчасти. Пока кучка британских бунтовщиков не объявила свою независимость, до короля так и не дошло, что все люди рождены равными. И не то чтобы он был в восторге от этой идеи, но остановить их не смог. И появились США. Французы затем немедленно устроили свою революцию за свои права. Их список был длиннее. И они настаивали, что эти права не выдуманные, а естественные. Римское понятие о естественном законе превратилось в естественные права. К несчастью, не всем это пришлось по вкусу. Во Франции генерал по имени Наполеон решил свергнуть новую демократию и сделать себя императором всего мира. Ему это почти удалось. Но страны Европы объединили свои силы и победили их. И права человека снова стали насущной темой. Были заключены соглашения, даровавшие множество прав по всей Европе. Но только по Европе. Остальной мир по-прежнему как-то этого не удостоился. Вместо этого его завоевывали, оккупировали и пожирали гигантские империи Европы. Но тогда один молодой адвокат из Индии решил, что всему есть предел. Его звали Махатма Ганди. И перед лицом насилия он настаивал, что все люди Земли, а не только Европы, имеют права. И в итоге даже европейцы начали соглашаться. Но не тут-то было. Разразились две мировые войны. Гитлер истребил половину еврейского населения Земли в кошмарных нацистских лагерях смерти. Всего погибло 90 миллионов людей. Никогда дотоле права человека не были так близки к исчезновению.
И никогда еще мир так отчаянно не нуждался в переменах. И страны Земли собрались и создали Организацию Объединенных Наций, чьей основной целью было вновь утвердить веру в основные права человека, достоинство и ценность человеческой личности. Но что же это за права человека? Были ли они изобретением царя Кира? Или законом Древнего Рима? Или французской декларацией? Казалось, что у всех было свое представление о том, что такое права человека. Но под присмотром Элеоноры Рузвельт, наконец, было достигнуто согласие по поводу набора прав абсолютно для всех. Всеобщей декларации прав человека. Французская идея естественных прав, наконец, превратилась в права человека. Итак, в двух словах. Сначала только несколько счастливчиков обладали правами. Пока один не решил, эй, другие тоже должны иметь какие-то права. Это было здорово. Но не все согласились. Понадобилось всего лишь пара тысяч лет сражений, деклараций и еще сражений, пока все не согласились, что права человека должны принадлежать каждому. И стали они жить-поживать и горя не знать. Кроме одной незначительной проблемы. Если люди имеют право на жилище и пищу, почему 16 тысяч детей ежедневно умирают от голода? Один ребенок каждые 5 секунд. Если у людей есть свобода слова, откуда тысячи брошенных в тюрьму за высказывание своего мнения? Если у людей есть право на образование, откуда взялось более миллиарда неграмотных взрослых? Если рабство поистине было ликвидировано, почему 27 миллионов людей все еще порабощены? В 2 с лишним раза больше, чем в 1800 году. Дело в том, что у Всеобщей декларации прав человека, когда она была подписана, не было силы закона. Ей следовали пожелания. И несмотря на множество других документов, конвенций, договоров и законов, она по-прежнему немногим больше, чем слова на бумаге. Так что вопрос в том, кто сделает эти слова реальностью. Когда Мартин Лютер Кинг устраивал марш за расовое равенство, он выступал за права, гарантированные ООН, почти за 20 лет до этого. Но он все-таки их устраивал. Когда Нельсон Мандела отстаивал социальную справедливость в 90-х, его страна уже дала согласие уничтожить дискриминацию почти за 40 лет до этого. Но он все-таки боролся. Те, кто борются сегодня против пыток, нищеты и дискриминации, не гиганты и не супергерои. Это люди. Дети, матери, отцы, учителя. Думающие люди, которые отказываются молчать. Они понимают, что права человека – это не урок истории. Это не слова на бумаге. Это не речи, не реклама и не пиар. Это выбор, который каждому из нас приходится делать каждый день. Это ответственность, которая на нас лежит. Уважение друг к другу, взаимная помощь и защита нуждающихся. Как сказала Элеонора Рузвельт, с чего же начинаются всеобщие права человека? С очень небольших мест, совсем близко от дома. Эти места такие маленькие, что их не найти ни на одной карте мира. Но каждое такое место – целый мир для отдельно взятого человека. Это квартал, в котором он живет. Это его школа или колледж. Это завод, ферма или офис, где он работает. Это места, где каждый мужчина, женщина и ребенок хотят равной справедливости, равных возможностей, равного достоинства без дискриминации. Пока эти права не наполнятся смыслом там, они будут мало что значить где-либо еще.